Всем привет, меня зовут Михаил. Сегодня я целый день провел в лесу. Я был на рыбалке, ходил вдоль берега со спиннингом. Ходил просто с собакой по лесу гулял. В общем, целый день провел в лесу. За разными занятиями. И сборка дров, и приготовление обеда, много всего. Все это время я был в ботинках Garsin 516 Shot. Это мои новые ботинки. Это летние берцы, так называемые. Верх матерчатый, с кожаными вставками для усиления, и сам ботинок кожаный. Хорошая, в меру жесткая подошва с хорошим протектором, который не забивается при ходьбе по лесу мелкими шишками, иголками, всякой ерундой, вот это не забивается, подошва всегда остается чистой. Это очень большой плюс, на мой взгляд. Сам ботинок тоже в меру жесткий, ногу при этом хорошо удерживает. Ходить в них комфортно. Сегодня на улице у нас довольно-таки жарко, где-то в районе 25 градусов. Даже несмотря на это, было вполне комфортно в этих ботинках. Также для быстрой шнуровки предусмотрены крючки. Это очень удобно, допустим, чтобы быстро обуть или снять ботинок. То есть много действий для этого предпринимать не нужно. Развязали узелок, быстренько скинули два крючка, и нога свободно либо надевает ботинок, либо снимает. Данными ботинками лично я очень доволен. Мне они очень нравятся. Менеджеры магазина КМФ-78, где они приобретались, помогли быстро, оперативно подобрать размер прямо на сайте. И транспортной компании мне была прислана данная посылка с этими ботинками. За что я очень благодарен компании КМФ-78. Спасибо всем менеджерам, которые работают с нами. Очень качественная продукция. Хорошие швы, нигде никакие нитки, ничего не торчит. Ботинки Garsin, модель 516 Shot. Рекомендую. Вот такие ботинки. Итак, друзья, я хочу немножечко дополнить свой обзор на данные ботинки. Это ботинки Garsin, модель 516. Скажем так, в режиме говорящие руки. После некоторого времени эксплуатации данных ботинок, как я уже говорил в основном, скажем так, в своем обзоре, подошва очень хороший протектор, сама подошва очень довольно-таки жесткая, но при этом сохраняет ощущение, когда на что-то наступаешь, то есть вполне понятно, по какой поверхности идешь. Протектор не забивается мелким мусором. Кожаный ботинок. Усиленные кожаные вставки, крючки для быстрой шнуровки, что облегчает жизнь, так сказать, пользователю данных ботинок. Пятка у нас также усилена кожаной вставкой, верх обшит. Здесь у нас материал, я так думаю, это, наверное, кордура или что-то подобное. Здесь в районе щиколотки, получается, у нас усилена стропой синтетической. С этой стороны все то же самое, также два крючка, верхние люверсы для шнуровки, если вам нужно зафиксировать. Так, что касается язычка, он довольно-таки большой, он вшит по самый, получается, до самого верхнего крючка для шнуровки, что предотвращает при кратковременном, скажем так, воздействие большого количества воды, нога не намокнет. Итак, напоминаю, это ботинки Garsin, модель 516. Очень хорошие ботинки. Лично мне они очень понравились. Честно признаюсь, сейчас на улице стоит очень жаркая погода. По городу я их не использовал, не знаю вообще, как они себя поведут при носке в городе. Я в них выезжал только в лес. Рыбалка, заготовка дров, ну и такой мелкие работы в лесу, скажем так. Для этих целей все очень-очень даже неплохо. Шнурки
хорошие качественные синтетические шнурки достаточной длины. Что позволяет хорошо отрегулировать объем, скажем так, полноту ноги. Еще раз напомню, данные ботинки вы можете приобрести в магазине КМФ-78, город Санкт-Петербург, либо на сайте. Всем спасибо, до свидания.